Я решила попробовать игру, в которую играет мой парень. Называется она Titanfall. Надеюсь, что системник не сильно тут шумит. Короче, выбираем миссию. Я выбрала компанию. Не знаю, даже давайте, ладно, с первой начнем. Полоса препятствий, что ли. Даже не знаю, что здесь делать. Я так подозреваю, это какая-то стрелялка. Я с пестиком. А, тут можно... Куда он пошел? Куда пошел? Куда пошел? Блин. Ну а как туда? Это прицеливаться. Почему я не могу выстрелить? Выстрелила. Ю-ху-ху. Оружие, 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 да. О, нет, возьми. У него отдача такая, как в реальной жизни, капец. Ну, я была бы уже убита давным-давно. Взять новый пестик? Ну, я хочу взять. Короче, ничего так, но это обучение. Ава. Да попади ты в него. Там как-то нужно прыгать. Вот, и отсюда теперь как-нибудь может туда запрыгнуть. Взять вот эту штучку. Что это такое? Шлем! Найден шлем пилота! Давайте попробуем сейчас какую-нибудь миссию. Не в компанию, а сетевую игру. Но меня там просто сейчас все залошат, я уверена. А, 5 на 5, 6 на 6, 10 минут. Захватите вражеский флаг и доставьте его на свою базу. О боже. Надо было... Я, по-моему, не так сделала. Но прорисовано красиво, не знаю. Это, наверное, новая игрушка. Как там ускориться? Давай бегом, блин. А, скотина. Меня убили. Ой. Почему я такой лох? Ну, быстрые такие раунды, прикольно. Больше напоминает CS, КС. Надо мной вражеские чуваки. Где-то наверху. Пока там моя команда сражается, я тут потихонечку себе гуляю. Ну, где они? А, вот, вижу. Да вот же, где-то здесь. Я люблю вот за это. Я очень люблю Call of Duty, потому что, блин, там... Там можно прятаться, там можно сидеть, высекать свою жертву. Call of Duty мне в этом плане больше нравится. Не знаю, как объяснить. Куда ты идешь? Там два титана было, два титана, Полина, два, два. Кто еще так спокойненько играет себе в игрушки? Вот это я лашпень, просто лашпень. Они меня не видят, походу. Тупые, что ли? Или это чуваки на базе? Для них там много. Мы что, на базе ихней? Не, ну прикольная игра, мне нравится. Можно же туда вон подлетать. Бегом! Это не наш? Титан! Блин, он очень скотина близко. Куда я зашла? Я любительница, да господи. Я любительница побродить, когда идет сражение.
Афина. Ой, тут жара, ой, тут жара. А я ботов убиваю больше. Скотина, скотина. Ну я хоть кого-то убила. Блин. Игра прикольная. А, вот он меня, чувак, убил. Козёл. Ой, это наши. Что за... Затупила! Господи, я такое дно! Короче, все, я выхожу. Можно выйти? А, у нас осталось 2 минуты. Двухминутное сражение. Оба-оба-оба! Давай-давай-давай! Есть! Я убила Титана! Я завалила Титана! Титан, 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 Титан. Да, блин, сдохни, тварь. Давай, 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 давай. Блин, меня чужой убил. Все, мы выиграли или проиграли? Я что-то не пойму. Я не понимаю. Мы не выиграли. И все из-за меня. Чуваки не выиграли из-за меня. Короче, игрушка суперская. Всем советую. И даже девушкам. Я не хочу играть больше. Уйдите. Уйдите.